Что говорят люди, когда приходят на урок? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Леночка. Здравствуй, моя дорогая. Давай поприветствуем всех, кто к нам присоединится и будет смотреть и слушать наш урок. Давай скажем всем здравствуйте. Здравствуйте. Да, можешь сказать. Мы приглашаем всех на наше занятие. Мы покажем вам один фрагмент. Вернее, вы будете просто участвовать в том, что мы будем делать. Кому это будет интересно? Вопросы можно мне задать в письменном виде, в Фейсбуке, ВКонтакте. Сегодня мы будем продолжать наше занятие с Ульяной. Мы в прошлый раз оговорились, нам уже 5 лет, она уже у нас старушка. То она просто выглядит такой маленькой, на самом деле ей 5 лет. Но заниматься она начала действительно очень поздно. Заниматься мы начали практически после Нового года. При том, что она занимается у нас в школе в подготовительном отделении. С прошлого года она ходит на ритмику, на сольфеджио, но конкретно со мной мы начали заниматься по существу серьезно уже после января месяца, потому что первые полгода мы друг к другу присматривались, мы ходили, слушали других детей, мы пробовали разный репертуар, выясняли, что нам трудно, что нам легко, а потом мы начали наконец-то спокойно заниматься. И вот то, что вы все наблюдаете, это практически самое начало наших занятий. Поэтому в работе мы используем сейчас Гиллока, Вильяма Гиллока, мы используем это для развития слуха одной из тетрадей, а вторую мы работаем уже над звуком, над различными приемами, которые нам понадобятся в будущем. Они так прописаны очень незаметно, очень легко, детям это доступно, понятно. Да, Ульяна, нравится нам красный-синий Гиллок, правда? Нравится. Вот. И, так сказать, мы с удовольствием по нему работаем, кто хочет, можете к нам присоединиться. Итак, на чем закончился прошлый урок? В конце прошлого урока я задала тебе вопрос, что мне не понравилось в течение нашего с тобой урока? Помнишь? А что мне не понравилось, догадалась или нет? Я тебе скажу, когда ты сидишь на уроке и тебе что-то показывают, всегда нужно сначала дослушать до конца. Это очень важно, уметь дослушать, чтобы понять, что от тебя хотят. Чего мы хотим добиться. Поняла? И только потом откликаться на вопрос, на просьбу. Так. Понятно? Потому что эта тишина очень важна. А если мы будем с тобой параллельно вдвоем играть, у нас ничего не получится. Мы в прошлый раз с тобой пытались доделать два этюда, 16 и 17. Давай попробуем их сегодня еще разочек. Просто в каком они сегодня виде. Я хочу, чтобы эти этюды были выучены. Мне какие-то этюды я прохожу, не доделывая до конца, а на каких-то я останавливаюсь. Эти два этюда мне конкретно важны. Один короткий, один длинный. Почему они мне важны? Потому что в маленьком этюде, в 16-м, мне очень важно, чтобы было красивое мелодическое движение в левой руке. А второй этюд, он уже на выносливость, он уже другую задачу несет в себе. На качество пальчиков, на хорошее чувство ритма, на хорошее владение переходами в аккордах, да? И он труден, он реально уже трудный, для 5 лет он совсем не прост, но мы пытаемся охватить этот объем и сыграть в одном темпе от начала до конца. Это наша задача, я тебе их напомню. Поняла? Сейчас играем короткий этюд, 16, да, который на левую ручку. Раз, два, три, медленно.
А мне надо ровно 3/4. Раз, два, три. То есть 3 × 4 = 16. Вот, а так 2 не хватило. 2, 3, 4. Вот и все, да? Только четко сыграй. Раз, два, три. Раз. Помедленнее. 2, 3. Раз. И заканчиваем. Что дальше? Сделать то, что мы делали в прошлый раз, чтобы не тряслись руки. Просто хорошо, откладывая пальчики. Замечательно. Молодец. Не будем больше на нем останавливаться. Главное, что ты поняла, где ошибка и что надо делать. Ясно? А вот следующий YouTube, настройся сейчас хорошо. Сыграй в удобном для тебя темпе, чтобы темп не качался, пожалуйста. Пробуй. Крепко. Считаем. Раз, два, и крепко. Четыре. Раз, два, три. Так играем первую строчку. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Почему у нас левая рука сидела 2/4? Раз, два, три, четыре. Вот очень хорошо, отмечаем все доли, пожалуйста. Именно там, где была фа, должна сняться левая рука. Не меньше.
аккорд. Это очень ценно, но оно у тебя вяло, и сразу превращаешь этюд в пьесу. А это этюд. Крепкие пальчики, даже в пьяно. Концовка.
Вот чтобы это все было очень органично, очень красиво. И дальше обязательно там, где на второй четверти снимается левый ног, она должна снимать. Теперь вот этот переход выучить. Сыграй мне так. Вот ты хочешь сыграть другим звуком, да? Хочешь сыграть так тихо? Пожалуйста, сыграй мне вот это бодро. И звук убежал. Помимо того, что он убежал в тишину, послушай внимательно мой вопрос. Здесь была какая-то анализ мажорная или минорная? А вот это какая? Это всегда звучит по-другому. Согласна? Но можно не играть это тихо, а можно сыграть просто смотри. Будет грустно? Сыграй, что я сделаю? Там интересный размер в тюрьме. Какой? 4/8. А чем это отличается от 4/4? Как? 4/4 или 4/8? У тебя есть четверть конфеты или 1/8 конфеты? Отличается? Что больше, что меньше? Четверть больше. Ты за что? Чтобы тебе дали больше конфету или меньше конфеты? Ты забудешь, да? А я вот хочу похудеть, я хочу меньше, я хочу 1/8 конфет. Поняла? Значит, у нас этюд будет легкий. Что это значит? И в основе счета у нас будет маленькая длительность, 1/8. Да? Мы не будем считать раз и, мы будем говорить раз, два, три, четыре. Это будут 1/8. Поняла? Без и. Поняла, что у нас будет? А все остальное у нас будет в голове. Раз, два. Сейчас не могу я занять. Да, ну, если завтра малыши в 4 начинают, там до этого запись залит. У меня зачет в 3 часа вообще. Люди придут. 4. Я просил просто передать. Спасибо. Значит, 1/8. Считаем 1/8. Да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да? Так будем считать. Поехали. Раз, два, три, четыре. 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 Не тормози. Только было не очень хорошо. Вот когда у тебя началась вот эта часть этюда, да, здесь уже было как-то очень тяжело, и уже без развития, и как-то все было уже то же самое, что играла, и здесь было громче, и здесь громче. А что там еще есть? Диминуэндо. Ну, а после этого, после диминуэндо, вот и началась. 2, 3, 4, смотри. Там еще есть один знак, сфорцанда, да? А что это значит? Надо выделить нотку. Выделить, она остренькая, яркая эта нотка, правильно? Значит, весь характер по дорожке к ней. Да? Вот должен быть какой-то очень проговоренный хороший шаг этой дорожки. Давай, 3, 4, вторую половинку. Нет, вторую половинку. Вот где наверху уже.
попросила? Ну а зачем? Не делай, чего не просит. Раз, два, три, звонка. Поехали. Тихо, тихо, легко, легко. Ульяна, не торопись. Раз, сдерживай. Это новый YouTube, не спеши. Звонок. Два, три, четыре. Села на первую ноту, вторую сняла. Нет, 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 выполняй точно, что показываю. Села, встала, села, встала, села, встала. Нет, не встала. Тиро, 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 тиро.
дальше какая будет? Чтобы просто первая нота была более звучной, чем вторая. Чтобы на вторую не сесть, правильно? Дальше ровно считаешь на единицу, на одну восьмушку. Сколько нот в левой руке? Две. Считать умеем? Да. Считаем. Два, три, четыре. Четыре. Было четыре ноты, которые звучат на одной восьмой. Правильно? Да. Какие длительности здесь у тебя? 32 и 16. Да? Поэтому у нас здесь две. Да? Одна и пауза. Две 16 равны. Одна восьмушка. Одна восьмушка. Вот поэтому я тебе говорю, мы считаем раз, два, три, четыре. А все остальное у нас с тобой в голове. Да? Вот эти четыре. Раз, два, три, четыре. Нам просто трудно в темпе говорить раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Поэтому мы считаем с тобой раз, два, три, четыре, раз, два, четыре. И сложность в том, что здесь вот это не короче, а вместе тара, а тут продолжается. Сделаем это. Тара, а тут продолжить. Одну пару. Одну пару. Восемь первую. Сделать так, чтобы дальше, когда у нас сначала идет мелодия здесь, а потом она поднимается и становится более радостной, да? Поэтому там сфорцано, чтобы показать нам эту вершинку. Больше ни для чего. Не ударить, а именно показать, куда стремилась мелодия. Ясно? И эти пары все не выучим. С этюдами все. У меня еще 19. Мне не надо 19. Теперь мы идем туда, где мы с тобой поем, да? Какой бы мне тебе? Вот так сыграем. Сложный размер, 6 четвертей. Да? Разобралась? Да? Длинными нотами, половинками, четвертями. Я тебе играю вот такой мотив. Продолжаем, что было дальше в пьесе. Thank you.
Да? А теперь скажи мне, если мы говорим про ветер, это быстрое движение или медленное? Ветер что делает? Дует. А дует это движение или остановка? Движение. Вот сыграй мне так, чтобы это в спокойном темпе было движение. Чтобы я поняла, что это дует. А это в трубе он отвечает. Если это в трубе он остался, застрял в трубе. Скажешь мне, в каком случае будет диез, а в каком будет домино. Ясно? А еще лучше возьмешь тетрадку и мне этот такт нарисуешь, вот эти два такта. От до, от си, и увидишь глазами, где диез, а где домино. Ясно? А теперь мы наш любимый сборник. Сегодня я хочу конец. Есть такая пьеса чудесная «Совы в полночь». А чем отличается сова в полночь от совы днем? Ну-ка, расскажи мне. Но совы днем не бывают. Почему? Они что спят. Вы? Что значит не бывают? Они бывают, они спят. А в полночь что летают. С ними? Летают. Они начинают летать, у них горят глаза, да? Они всех есть. А днем они видят? Нет. А ночью видят. Да? Видишь, какая птица чудесная. Вот сыграй мне про эту фантастическую птицу пьесу. Сначала ты приготовила руки.
И готовы, и готовы. Да? Увидела руки? Кончики пальцев увидела? И вот тебе представь себе, что у тебя здесь не пальцы, а коготочки. И вот это прикольно. Две ноты. Ну тихо. Остренько. Я не слышу первый. Нет, вот ты вышла на сцену, ты не слышишь первый звук. А ты уже начала. А что делать людям, которые не знают, что ты играешь? А что ты играешь? Нет, подожди. Там что есть у Гиллана? Там есть крещендо. Ты про себя считаешь пустой так. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, стоп, стоп. Раз, два, три, четыре.
сейчас вон выйдешь и будешь там танцевать такой танец, а мы с мамой хотим гамут. Собралась, посчитала про себя на 4 четверти, пожалуйста. Может, ты не будешь фантазировать, а будешь играть то, что написано. Какую-нибудь геометрическую фигуру. Да? Четыре угла у меня появляется. А здесь их нету.
Раз, два, три, раз. Что производит впечатление больше? Устойчивое. Треугольник или квадрат? Квадрат. Совершенно верно. Вот так и получается миноид. На раз идет шагом. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. И я могу сыграть три стаккато на правой руке, на длинное левое, да? А могу играть длинным звуком. Раз, два, три, более текучим. И одну последнюю вещь сделай, и я тебя на сегодня отпущу. Сыграй мне вот этот переход. И раз, два, три, раз, два, три, раз. И удиви меня каким-то другим цветом, каким-то другим звуком, измененной тональностью. В одном такте. Пожалуйста, внимание. Два, три, раз, два, три, раз, два, три. Внимание. Казалось бы, она менее устойчива. Она более короткая так, а устойчивости больше так. Поняла? Вот эту разницу запоминай, пожалуйста. Но у тебя еще будет потом другой мозг. Все, на сегодня мы закончили. Я сегодня тебя отпускаю. За урок пятерка. Что в конце урока надо сказать? Спасибо, до свидания. Давай всем скажем до свидания, до новых встреч. До свидания. Ну, до новых встреч. До новых встреч.